Нам необходима техническая документация. То есть мы сейчас вышли на этап, вот, когда столкнулись напрямую уже с необходимостью получения чертежей. В частности, поскольку мы сейчас занимаемся обустройством салона нашего самолета, вот, поэтому нам понадобились чертежи. В общем, конечно, неплохо было бы их получить. Вот, саму конструкторскую первичную документацию. В архивах нашей организации, а у нас их два, такой документации уже, к сожалению, не осталось. С одного архива она была сдана вот в эту прекрасную организацию, называемую Центральный архив научной документации. Вот. А во втором архиве она, к сожалению, была уничтожена несколько лет назад. Вот. Мы немножко не успели, на пару-тройку лет. Вот. И мы решили обратиться к прекрасной организации под названием Центральный архив. Но мы недооценили ее, видимо, суровости. Вот. И, в общем-то, по телефону нам была сказана одна информация, что нужно всего лишь то письмо, подписанное руководителем. А на деле оказалось несколько по-другому. Вышла суровая женщина и начала нам объяснять, что нам необходим какой-то огромный пакет документов на какие-то здания нашего КБ. Вот, необходимо какие-то куча каких-то непонятных бумаг, подписанных непонятно кем, и печати непонятно чьи. Вот. Цель. Для чего? Обязательно. Что вы хотите найти? Какие документы через запятую? Чем больше перечислить, тем лучше. И дальше. Самое интересное. Вам нужно выяснить изначально, кому относится здание ваше. Или оно в собственности ОАО. Чего там у вас? Авиационный или какой-то? Или оно находится в оперативном управлении. Или на хозрасчете, или еще где-то, я не знаю. А оттуда вам нужно будет документы привезти. И все должно стоять в синей печати везде. Вашего ОАО. Нет, вы мне только объясните. Зачем документы на здание? Какой пакет документов? Какое здание, если я пришел от организации? Ну ладно, там, не знаю, нелогично. У нас дохрена, у нас дохрена зданий. Не, ну я вам на КПИ выпишу пакет документов. Если вы пришли от организации, должны видеть пакет документов. Вот я понял. У вас документов нет. Понятно. Поэтому я не могу вас пропустить. Хорошо. И вы решите, кто из вас один пройдет. По факту, да, нас просто не пустили, нам рассказали о том, что нам нужно и кто мы такие. Вот. И, в общем-то, да, дальше проходной мы и гардероба, дальше мы пройти не смогли. Здесь суровые очень правила, пройти может всего один человек, хотя мы заявляли троих. Вот. Здесь запрещена всяческая фото-видеосъемка, аудиозапись. Но, как я понимаю, ксерокопирование документов разрешено с последующим их выносом. Вот. Но по предварительному согласованию, по предварительной записи. То есть нужно будет еще написать, какие документы нам нужны и в каком объеме. Как в старые времена, с бумажками, ручкой. Справимся сейчас. Делегируем кого-нибудь. Вот, в общем-то, надо будет с этим всем разбираться. И еще, я думаю, не один день провести в раздумьях над тем, как бы сюда попасть.